Что? Я... Ох. Я думал, что открою глаза, а я труп. Или что вовсе не открою, раз уж такое дело. Но смотрю, ты меня пока не убила. Ах, значит, меня ждет допрос. Давай будем беречь твое время. Мое имя Зевран. Для друзей — Зев. Принадлежу к антиванским воронам. Здесь с одним заданием — убивать всех уцелевших серых стражей. Это задание я, к несчастью, провалил. Я тоже радовался бы, окажись я на твоем месте. Однако для меня это весьма неприятный прецедент, верно? Попасть в плен к объекту — не слишком приличное положение для серьезного убийцы. Могу тебе рассказать. Это орден убийц из Антивы. Очень могущественный и славится тем, что всегда выполняет работу. Чтобы нанять его, кто-то потратил большие деньги. Совершенно верно. А я удивлен, что здесь так много знают о воронах. Там, откуда я пришел, у нас довольно шумная репутация. Тогда, если ты не намерен перерезать мне глотку или сделать еще что-то в этом роде, может, выслушаешь предложение? Ладно, слушай. Я не смог убить тебя и расплачусь своей жизнью. Не ты меня убьешь, так вороны. Так уж у нас заведено. Жить мне нравится. А на тебя и вороны не рискнут нападать лишний раз. Может, возьмешь меня служить тебе? Я вообще-то сама верность, но до тех пор, пока меня не заставляют расплатиться жизнью за ошибку. Но это же не великий недостаток, верно? Если, конечно, ты не из таких же. В этом случае, боюсь, я... Ты решишь, что это не лучшая рекомендация. Как? Только наемного убийцы нам не хватало. Ты что, впрямь считаешь это хорошей мыслью? Ладно, ладно. Похоже, я тебя понимаю. И все же, если раньше можно было прятаться от отчаяния, то теперь оно явилось и помахало ручкой. Добро пожаловать, Зевран. Обзавестись антиванским вороном — хорошая затея. О, значит, ты одна из моих будущих спутниц. Я и не думал, что среди искателей приключений бывают такие красавицы. А может и нет. Сим, клянусь я в преданности к вам, а куда не будет вам угодно освободить меня от всего бремени. Безоговорочно отдаю себя в ваше распоряжение. Клянусь.